Здравствуйте, дорогие ценители футбола, дорогие поклонники игры номер один в мире. Мое имя неизменно, Егор Дергачев, так же, как и место, где мы с вами встречаемся, это мой видеоблог. Продолжаем с вами давать прогнозы на Лигу Чемпионов, и очередной поединок у нас пройдет в Манчестере, где одноименная команда, но не Манчестер Сити, а Манчестер Юнайтед, будет принимать Бенфику. Манчестер Юнайтед безоговорочный лидер своей группы, 3 победы в 3 матчах, причем 2 победы над Базелем и над ЦСКА очень-очень уверены, только вот крайняя победа над Бенфикой на выезде, скажем так, такая с элементом шары или же удачи, как это обычно говорят. Да, гол получился нелепый, но тем не менее Манчестер выиграл 1-0, Манчестер 9 очков, у Бенфики 0 очков, что является самой главной сенсацией этой группы Лиги Чемпионов. И, по сути, для Бенфики отчетный поединок – это последний шанс побороться, я уже не говорю про Лигу Чемпионов, а в целом про Еврокубковую весну. Поскольку если Бенфика проигрывает, то шансы команды из Португалии зацепиться за Лигу Европы будут весьма и весьма призрачными. Ведь Бенфики играть остается с Базелем и с ЦСКА на выезде. Да, ЦСКА сейчас не торт. И с ЦСКА может обыграть абсолютно любая команда. Но согласитесь, это весьма и весьма спорное решение переносить свои шансы и свою борьбу за Еврокубки на последний матч и на гостевой поединок. К тому же, чем черт не шутит, вдруг ЦСКА обыграет Базель на выезде, и тогда для Бенфики можно сказать, что все, прощайте все шансы на Лигу Чемпионов и на Лигу Европы. Так что, безусловно, Бенфика будет мотивирована. Вопрос, в каком состоянии подойдет Манчестер. В последнем туре чемпионата Англии Манчестер обыграл Тоттенхэм 1-0. Обыграл, как мне кажется, нелогично. Тоттенхэм играл лучше. Тоттенхэму было преимущество, превосходство практически по всем игровым компонентам. Но Манчестер забил, Манчестер выиграл 1-0. И сейчас Манчестер будет играть дома с Бенфикой. Мне кажется, что града голов в этом матче ждать не стоит. Да, есть определенные варианты, что Бенфика забьет быстрый гол, и Манчестер потом будет отыгрываться, пойдет в атаку и начнется голевая феерия. Но мне кажется, что этот вариант он из разряда фантастики. Вероятнее всего, мы увидим низовой матч. Букмекеры не сильно в это верят, предлагая коэффициент 2.18, и мне кажется, что нам нужно этим пользоваться. Хоть я и не люблю ставки на тотал меньше, но это именно тот случай, когда эта ставка, как мне кажется, будет самой логичной. И если вы думаете так же, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. В комментариях к прогнозу напишите свои варианты ставок и свои мысли по поводу матча Манчестер Юнайтед-Бенфика. И, конечно же, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте и вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the derry-o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the derry-o, the